Добрый день, уважаемые нежироводы. Вот хочу вам показать прививочки прошлого года, то есть весной прошлого года я делал сорт кальдерона, прививал на крымский сорт, который мне присылали давненько еще. Он у меня имел кодовое название НБС-15-1. Сорт очень поздний. Но, тем не менее, фигушки примерно как крымского черного по размеру, по форме, очень вкусные. И, в принципе, этот сорт сохранил, где-то на 90% я, наверное, побегов перепривил. Сейчас вот покажу, тут следы. Ага, вот желтая изолента. Вот видите, как это все делалось в прошлом году. Так, вот сейчас я наклоню побег, вот, и вам покажу созревший плод кальдерона. Сейчас я его снимаю. Оп, да, даже улетел у меня. Вот, и сейчас его будем сравнивать по вкусу вот таким плодиком под названием Каждый Крэвин CC. Вот видите, тут он принес специально его с верхнего сада. И, как говорится, сравнивать будем подобное с подобным. Плодик очень мягонький, налился такой. Чувствуется, что уже там все созревшее внутри. И вот сейчас смотрим. Вот так все это выглядит. Сами видите. Сочный, а насколько сладкий, сейчас скажу. Ну что, вкуснятина нас в очередной раз не обманули. У меня были уже первые плоды кальдерона, но, скажем так, тоже не очень крупные. По аналогии с BFF, басом фаворита. Первые плоды бас фаворита тоже были не крупные. Ну и сейчас открываю плодик. Все. Ну, пожалуйста, вскрыл. Не крупный. Как говорится, какой уж оставили нам воробушки. Но пробуем. Чуть поменьше сахаров, но тоже очень вкусно. Не зря этот сорт принадлежит семейству черной медали. И наши коллеги зарубежные от этого сорта, ну, практически также в восторге. Дают такие же примерно оценки, как и плодам черной медали. Спасибо всем за внимание.